О, автобус 121, поехали. Ренат, мы не уедем? А 100%? Ну, 100%, да, ставишь? Я тебе говорю... Ну, говори 100%, что ставишь? Да, ну, я же знаю, что ты сейчас и шел, Ренат, к этому, к остановке какой-то, который ездит автобусы, да? Хочешь сказать, что он здесь не останавливается, а в другом месте остановится, да? Шимбулак. Этот человек, не будем называть его, купил воду за 500 тенге. Еще раз покажите ее, пожалуйста. Шимбулак. Судить вам самим. На тебе поджопник, надо? О, поджопник. Не, спасибо. Спасибо, Ренат, не надо. А это что, кафе, да? Залетим? Ты что, кафе не хочешь? Ну я тебя в кафе свожу. Куда идешь? Опа-опа. Мы успели. Нас не сбили. Ренат, а как зеленый загорается, сразу нас давят людей? Да. На туре? Да. Так что надо успевать, да? Да. Смело прям, да? Да. Прям смело. Да. А что он так пищит страшно? Он умирает. Ну вот здесь мы прям точно уедем, да, Ренат? Гарантию даешь качество? Ставлю Шимбулак Вотер, что сюда подъедет автобус. Айфон 13 ты же себе взял. Да? Да. Какой? Ну именно, рассветка там туда-сюда. Space Gray, короче, 128 гигабайт. Ага. Ау-мау. И параллельно смотришь такси, да? Чё по ценам? А? Чё по ценам? Ну, короче, 500 косарей вообще. Я говорю, такси сколько, а чё по ценам? Мне бесплатно, тебе не знаю. Так чё, ты так и не договорил, чё iPhone взял? Ну, короче, взял его и всё, он теперь. Классный? Да. Сколько гигабайт ты говорил? 512. Нормально. Да. А у тебя же другой был айфон, нет? А? Другой же был айфон. 13 и 128. Сейчас другой, да, взял? Ну, на 512. Не хватает, да? Вообще мало чего. Понятно. Ну, смотри. Как это понимать? Это неуважение? Это неуважение. Не, мне кажется, Ренат, никто не подъедет. Что ставишь? Что ставишь? А мне ставить нечего, Ренат. 500 тенге ставишь? Нет. 200? Нет. 100? Нет. Ты лох. Я говорю, блядь, тебе что не нравится? А? Тебе что не нравится? Не знаю. Страшно мне. А что? А вдруг он не подъедет? Че боишься? Тебя боюсь. Не бойся. Да? Да. Ладно. Че, на следующую уже, да, Ренат, ты говорил? Да. Ты подписчикам скажи моим миллионным. Че сказать? Ну, на следующую. Да! Куда идем? Не, в натуре куда идем, Ренат, чуть не пойму. На остановку, блядь. А, на другую остановку, да? Ты еба. Ты пятачок, получается. Отчухай мою. Вопросы не будет вообще, как тебе Алматы? Это, в принципе, плюс-минус уже где-то конец всех вот этих влогов. Ну, плюс-минус, может, где-то предпоследний, может быть, чё? Серия влогов. Чего? Из Алматы. Почему? Ну, возможно.
Ну, то есть ты так и не понял, да, какой вообще первый вопрос был? Нет. Я говорю тебе, вопросы вообще будут какие-нибудь? Как там, Алмата или что? Ты меня хочешь в лес, блядь? Ну да. Тебе сейчас... Что там, Димон, как Алмата? Да иди на... Ну какой нормальный, грамотный вопрос задай. Там лужа. В натуре. Че вообще, как тебе по Алмате ходить, нравится? Ну, бля, большой город, так нет. Не нравится? Именно если бы я в городе прям жил. Ну? Прям где-нибудь там. Ну? Где вот в прошлом влоге, вы там плюс-минус в прошлом влоге вы видели там? Ну? Многоэтажки. И вот если бы я там жил, то да. Че нам куда идти? Через дорогу направо. Ай! Ну ты куда смотри таким, а? Что это? Ренат, ты хотел для меня сделать сюрприз? Ну так бы и сказал! Не, ну подожди, ты хочешь вот это купить мне? Да. Экзит? Да. Не, ну там есть, в принципе, несколько марок. А можно, чтобы я выбрал? Ну давай посмотрим. Они работают сейчас? Ну, сейчас узнаем. Дернуть дверь надо, да? Какая тебе понравилась? Бля, они как будто все одинаковые, нет? Да. Вон та беленькая ничья. Вот это? Ну вот, прям главный флаг. Ты дебил? А? Какой хомяк, блядь? В смысле хомяк? Ну, к сожалению, она закрыта. А. Ну, наверное, в другой раз как-то. Вот, смотри, смотри. То есть ты меня расстраиваешь? Че? Ты меня расстраиваешь, да, значит? Нет, просто в другой день. А есть салон Porsche? Есть. Ты меня, значит, туда не это, да? Нет. Ну, хотя бы Exit. На самом деле я приехал в Сулпак. Да! А просто так для себя или мне подарок сделать? Ну, я хотел этот оперативку себе посмотреть. Ну, к сожалению, тоже закрыт, видишь? Да. Зато смол открыт всегда. Он 24 на 7 тоже как магнум? Нет. Это, короче, знаешь что? Что? Это бывший аэровокзал. Аэровокзал? Да. Там раньше покупали билеты на самолет. Ехали в аэропорт и там только садились, да? Теперь сделали все нормально. Да. И хочешь сказать, это что, ЦУМ? Нет. Сделали супермаркет, там всякие айфоны, телефоны, чехлы. Базару нет, Ренат? Подсъемы жесткие будем делать, Ренат? Какие? Ну не знаю, там есть что-нибудь такое, что можно подсъемы нахуя? Такой, прикинь, ты такой идешь, короче, говоришь. Ну вот мы на Арбате, и там... Вот так по суху хуять. А? Пойди, нет там такого? Вообще это старые здания, просто их обвесили так, типа, красиво. Они просто светятся, и поэтому кажется нифигово даже. Не, утром тоже красиво. Да? Что, до утра здесь стоишь? Говоришь, нету подъема. Ну, короче, на Арбате. Бандиты? 90-е? Тоже нет-нет, двигаемся. А? Что не так? Джонни Депп? Я пошутил. Джонни Депп, это ты?
Разочу стенка на стенка забив. Не проебем. Все нормально? Здорово. А что так много елок, блин? Новый год же был, ё-моё. Ты это можешь, короче, просканировать. И чё? И получить бонус 25 тысяч тенге. А чё ты пиздишь, блядь? Там так написано. Ну это где, в какой магазине? Беспок. Кого? Samsung, Беспок. Ебать, медведь. Самый лучший. Смотри, медведь. Салам алейкум. Халасин, брат. Не замерз? Ну хорошо. Мишка не замерз. Самый прикол, короче, этот медведь каким-то образом на медеу оказывается. Салам, иди, бля, посиди. А он еще с рюкзаком идет, бля. У него колонка еще есть. Ренат, магнум. Атака? Че? Это Бруклин, Вася, центр Нью-Йорка, это не тебе твои вот эти, блядь. Это тебе не небо, пиздец. В пол смотреть, это Нью-Йорк. Ты бы могла сейчас быть здесь, со мной, во Флориде, но ты сейчас где-то в Казахстане, в Астане. Это турбо. На глаза посмотри. Это как у... А, это глаза? Доджа Чарджера вот этот, вместо фар. Чтобы вы понимали, вот эти ушки, это глаза. Не, я сначала подумал, что это... Знаешь, гайджин? А, ну я же говорю, видишь, надо оглядеться, посмотреть. А то мы идем. Где? На каждом углу эти баганди. Вон написано шафран KFC, Freedom for Smart. А этот 3D-экран вообще видел когда-нибудь на торговых центрах? Нет. А, вот 3D. Натуре он как 3D? Да. Там если реклама какого-нибудь Космостарса, блядь, проскакивает, то... То уж рот приходится открывать, да? И молоко покупать. Ну, надо. А вот этот дом, смотри. Какой, знаешь, ты что? Есть сериал. Это же есть? Да, кстати, сериал. Пацанские истории. Да. И еще знаешь, на что похоже? На что? Мультик... Этот есть же? Игра. Как достать соседа? О, не как достать соседа. Это старый игрок. Вот этот. Hello, neighbor. У него же постоянно пристроена всякая херня к дому. Тут плюс-минус так же, видишь? Это не 3D же, это реклама. Ё-моё, зачем вы ее показываете? Это не 3D, да? Это тоже не 3D. Собаки бегут. Слышишь? Не, ну прикольно. А в Нью-Йорке получше. Лапу протянул. Ты тебе, блядь, не там, не Таймс-сквер. Не Бруклин, Вася. Золотые яйца Чингисхана перекрасили в синий. Зато с орнаментом золотым. Круто. Вон. Вау. Это же фонарики. И написано с Новым годом. Жена. О, смотри, бля, сейчас дом прикольный. Дом прикольный, да? Как будто берешь и фильм снимаешь. Классный. Да, вон те, вон курят и под гитару играют. У каждого свой вайб. У нас свой, у них свой. Да, ты здесь последний раз когда был? Кого? Когда последний раз здесь был? На Новый год здесь был? Нет. То есть для тебя это тоже в новинку, вот эти все фонарички? Да. Это место мне очень не нравится категорически, потому что днем подходят и просят купить печеньки, ага. Маленькие мальчики. Натуре? Потому что им не хватает на подарок для мамы. Подходят всякие женщины и просят на благотворительность денег дать. Ну как ты считаешь, они врут? Не знаю. Сзади нас прекраснейшее здание. Хотел бы я снять здесь фильм, но у меня нет камеры. Задонатьте мне, пожалуйста, Sony A7 3. Позорный. Че, дальше походим? Так, вообще, что можешь сказать по этому месту вообще? Блин, тут неплохо. Не, вообще, знаешь, мне кажется, если вот так походить, знаешь, недельку, чисто вот прям плотно, если походить по Алмате, прям плотно, и уже просто некуда будет ходить.
Да? Ну, я так думаю. Вот. Что там сзади тебя вообще такое? Сзади меня ЦУМ. Магнум. Ну, что я вижу? Люди обедают, да. Они готовят. Вот эти? Да, именно они. Или вот эти? Все, кто там находится, ест. А здесь летом, наверное, покруче. Летом? Ну, мне кажется, тут фонтанчики фигачат. Тут летом фигачат. Народу много. Тут фонтанчики фигачат здесь. Не, я, мне кажется, вообще летом думаю сюда еще приехать. Да? А? Да? Да-да-да. Да не любит она тебя, да не любит она меня, она любит тебя. Это откуда? Сериала по России один. Чё? Сегодня Ренат ведет для нас видеоблог и расскажет вам подробнее немножечко об Арбате. It's awesome. Здесь, знаешь, это, с этого, нет. С тачек. It's awesome. А, это, короче, Walking Street. Бать, это не твой тебе Манхэттен, Бруклин, Вася, это, блядь, Walks. Джибек Джолы. Walking Street, Джибек Джолы. Ай, блядь. А, ну он еще не... А, ну да, он закончился, да, можно сказать? Это Арбат, да. Ну тогда надо это. Туда. Ой. Ага. Ренат, как опытный специалист в этой сфере, ну, в этом. Вообще, да, я вообще же этот. Не перебивай меня. В этом месте опытный специалист. Это он... ты меня перебиваешь. И... Пацаны, не извиняются. Извинись. Сука. Он собака. Это как настрой тут. Ренат, вот такая елочка. Плюс... Я срубил. Ты лесоруб? Дровосек.